Готов? Ты право берешь, я лево. Да. Готов. Раз, давай. Два, три. Три. Все, изи. Все. Отлично. Заходим в здание. Первые два. Минуса нули. Минус. Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами снова я, Нейзи, Эмиральд и наша недоеденная перчатка из микроволновки. Естественно. Что ж, дорогие друзья, мы снова в летних приключениях, мы снова в этом чердаке, и мы снова думаем, чем бы нам заняться. А чем мы, кстати, сегодня займемся-то, Нейзи? А, так к нам сегодня утром пришел коп, когда мы спали, и сказал, что это вы, да, разломали Хатч Доналдс, да? Мы сказали, ну мы, и что, посадишь нас, да? А он такой, да нет, но вы можете искупить свою вину. Вы можете разгромить одного мафиозного босса, и тогда я прощу вам все. И мы вас не запечем, вот. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас опасная работа. Мы должны разгромить здание мафии. И саму мафию при возможности. Да. Да, и для этого нам понадобится оружие. Это очевидно. У меня из оружия пока что ничего особо такого нету. У меня есть Элька, Питон, Крис Вектор, который мы вчера достали. Точнее, не вчера, в прошлой серии. АК-74, много прочего мусора, но оно все без патронов, потому и считается мусором. Потому что кому нужна пушка без патронов, верно? Ну да, можно только прикладом бить. Короче, пошли, да. Эмиральд, я думаю, да? Да, я думаю, да. Заодно, кстати, зайдем в амуницию, закупим оружие. Да, но я деньги себе оставил дома, так что ты будешь... Я тебе куплю, у меня же есть деньги. А, вот и копы, смотри. Но они нас не будут трогать, так как мы должны выплатить. У нас с ними трудовой договор. Так, тут, к сожалению, ничего не видно, поэтому я по-тихому так стырю факел. А, у тебя Hardcore Darkness. Ага. Естественно, ой, стой, что это? А, я испугался, это Фу, всего лишь работник. Работник. Автострады. Да, или не автострады, или заправки. Так вот, значит, нам для этого задания понадобится MPX-5174. Где он? Вот нашел. Или что мы будем покупать? Что ты будешь, MPX или... У меня все есть, у меня все есть. А, тогда я куплю себе, наверное, Скорпион Эво. Да. И патроны к нему. Давай. Так как у меня его нету с собой. Да, ну и, наверное, один MPX не помешает. Да, вот, думаю. Я купил себе MPX. Все, да, все, замечательно. Так, и одеваю свою маску. Ой, у меня вообще ничего. Ну ладно, пошли. Так, и Скорпион Эва. Все, замечательно. Теперь можно идти. Вот, кстати, это самое здание, оно находится прямо напротив. Давай пока не будем привлекать внимание. Вот, я думаю, это уже те люди. Да, это, наверное, те самые, но... Опа, надеюсь... стоп! Смотри, кто пришел. О, это поставщик гранат? Не думаю. Так, давай подождем, пока нет, он не идет. Ладно, давай подождем, пока посмотрим, что здесь есть. У нас тут стоит наши по-царски припаркованные BMW, Bugatti и еще какая-то тачка. Вот это какая-то хрен пойми какая, ладно. Так, все, он ушел, давай быстро. Готов? Ты право берешь, я лево. Да. Готов. Раз, давай. Два, три. Три. Все, изи. Все, отлично. Заходим в здание. Все. Первые два. Минуса нули. Минус. Так. Отлично. Давай. Посмотрим все. Минус. Ты где? Так. Черт. Я перезаряжаюсь. Ты где? Так. Все. А, ты вон ты где. Минусанул в двоих еще. Ой-ой-ой, я чуть застрял в текстурках. Так. Так. Ай-яй-яй. Так. Окей. Тебе помогать? Еще одного минусанул. Тут еще одно. Так, так. Минус. Давай. Где остальные? Ты левую комнату, я правую. Окей. Так, кто здесь? Есть кто? А, вот ты. Скотина. Так, еще есть о, кто? О, черт, перезаряжаю. Опа. Так, по мне попали. Черт, сейчас я тебя спасу. Я так. Живой, живой. Отлично. Все, пошли дальше. Все, погнали. Так, пока что все идет по плану, пока что все идет отлично, да. У нас ничего особо, проблем никаких нету. Так. Так. Получи, получи, получите. Ой, какой-то у нас не особо всё, заметил. Ну... Получи. Ой, чёрт, я тебя убью, прости. Тэпайся. Я сейчас быстренько дойду, это же рядом дом находится. Да? Окей. Я тебя подожду тогда, не буду пока сливаться. Окей. Давай, иди, иди сюда. Зачем ты так криворукой стреляешь по мне? Ты сам попал на линию огня, пошли. Дальше. Ладно. Так, давай. Давай, я открываю, ты стреляешь. Давай. Так, он что, здесь? Куда он делся? Никого нет? Никого нет. Пошли дальше. Так, ладно.
Это что там такое? Что за черная рука? Они что, негры сюда принесли? А ну дай посмотри. Смотри, вон. Там негр. Не понял. Он что, из Африки, что ли? Эй. Африканский. Какой-то, не знаю, босс вот этих вот гангстеров, которые мы убили недавно. Ой, теперь ты меня убил. Прости. Так, окей. Стой, жди. Все, пошли. Хорошо. Так, идемте дальше. О, вот тут еще. Я эту комнату. Ой, тут какой-то человек. Черт. Кто тут был? Босс мафии был. Лол. Серьезно? Подожди, он что-то сказал. Он что-то сказал. Вы ничего мне не сделаете, ваша жизнь теперь под угрозой. Считайте, что вы трупы. Ахахахахаха. Фига. И он вернулся. Он снова здесь. Как видишь. Вы ничего мне не сделаете, ваша жизнь. А ты уверен, да, паскуда? Смотри. Пошли отсюда. Походу, он был как кошка, у него было две жизни. Угу. Кот, окей. Кот ссаный. Ладно, пошли. Окей. Все, мафию разгромили. О, да, вроде разгромили, вроде все нормально. Отлично, ребят. Так. И нам теперь якобы теперь... угрожают. Ладно, все, мы очистили здание это. Так, Нези, что мы теперь будем с этим зданием делать? Может быть, мы его... Давай, стоп, купим гранату, у меня как раз есть картошка у этого. Надо только найти барыгу. Как думаешь, вот он повторит... Он повторит судьбу Макдональдса или все-таки мы его... Так, картофан фри, покупаю липкую гранату, да? Сколько покупаю? Да, как можно больше. Вот, 10. Так, на тебе 5 штучек. 5 штучек. А, стоять, у меня же есть Мосберг, он же стреляет этими патронами. Да не надо, ты себя подожжешь еще. А тут ничего плюс не горит. Все, смотри, в окно кидай. Хоп, окей, смотри. Ребят. Погоди, где ты? Вот. Чё она ничего не разносит? Чё за палёные гранаты? Там чё, петарды? А чё, нас обманул? Вот именно, а ну-ка, дай я кину. Ну-ка, давай. А. Лол. Он нас обманул. Это палёные, это палёные, полюбас. Вот, ребят, он нас обманул. А ну, попробуй купить, знаешь, какие гранаты Милса, если он продают. Какие? Милса. Милса? А золотых яблок-то нет, где их купить? А у нас же дома были. Что? Вроде. Я что? На тебя, ублюдок, я на него просрал всю картошку. Гадость. Вот, блин, а. Ну ничего, сейчас мы у нас вроде как яблоки были, а нет, нету. А в Агдонсе тоже нет. Придется использовать Мосберг таким. Придется таки использовать Мосберг. А там ничего не горит, ну ладно. А у меня есть зажигалка. Или... Что же мы сделаем-то? Ладно. Раз уж эти петарды совсем не взрываются, то... Петарды, быть, реально, как корсары первые какие-то. Нулевые. О, ты что? Что ты? Ты под меня кинул. Ты что ж там стоял? Так, окей. Раз, два, и три... Но они все равно ничего не делают. Короче, побьем им стекла, и, видимо, на этом и закончим. А, точно, как в этих, как в фильмах сейчас мы поступим. Так, где мой Скорпион Эво? Вот. Ой, нету патронов, ладно. С питомом тоже можно. Опа. Как понял. Так, погоди-ка. Жду. А там точно ничего не горит? А, там внутри шерсть, ну-ка, давай. Слушай, точно. Давай. Ну сейчас мы повеселимся. Давай. Сейчас мы как и следует повеселимся. Так, где там наши потрошки? Вот они. Огниво. Опа. Еще парочку. Главное, чтобы они наш дом не сожгли. Хотя мы-то тут не прописаны. Вот именно, что мы тут не прописаны, нам все равно. Так. Все, залезаем в окна и начинаем творить. Устраиваем вечеринку. Пожар. Ой, блин, я сам себя поджег. Вечеринку с огнем. Ой, главное мне из этой вечеринки сбежать. Огненное шоу. Опа, просто сейчас будет. Опа! Куда мне убегать? Во, бассейн. Опа. Бассейн. Ой, нет. Окей, ладно. Че там? Ой, черт, тут горит. Ой-ой-ой-ой-ой. Как жестко залагало. Опа! Ай! Хоп! Че там? А я тут все поджигаю, ой, блин, я настоящий огнеметчик. А я корю тут так, бассейн надо. Бультык. Тум-пурум-пурум, тум-тум-тум-тум, ура! Огненное шоу с Эмеральдом и Нейзи. Ты что там делаешь?
фаер-шоу устраиваю. Ай, черт, я упал. Воду. О, точно. Ну что, Нейзи, пойдем посмотрим на мои труды. Твои труды, старания. Давай посмотрим. Так, я в соседнее окошко. Ой-ой-ой, фига тут горит все. Каев. Да, вот это я понимаю, хардкорная баня. Баня. Оп! Ой. О, слушай, это же главный вход, точно. Где? Вот, смотри. Ой-ой-ой, погоди. Где? Сейчас мы его спалим. Оп! Оп! Давай. И горит. А это горит. А что не горит? А ты стреляй подальше. Подальше стреляй. Не знаю. У тебя зажигалка есть? А, да, нет, его. О, во, точно. Под себя, что ли? Походу. Рокет джампом. Не знаю. Лол. Как ты понимаешь? Вот. Оп. Давай, главный вход поджи... О, стоп, что? А, как это понимать? Подожди, стоп, а что тут под фундаментом? Да что, все, ничего нету вообще, что ли? Нифига себе. Как он стоит? Это здание... Он что, антигравитационное здание, что ли? О, не знаю. А это что такое? А, это машина. А это... О, смотри, здесь барыги живут. Где? Вот этот паскуда, который продал нам паленые гранаты. Вот, смотри. Покажи. Вот. Вот, смотри, я поджег. Вот, я поджег. А, сейчас. Давай. Если я подойду, черт, горю. Все. А, так вот, где живет эта гадость. Убиваем его. Все, давай. Давай его. Черт, он меня поранил очень сильно. А, ладно, он не бьется, так как он вроде как мирный, но я его сожгу. Ты не отвертишься, чувак, все. Он бьется еще так. Не, не бьется. Не тут бьется. Но он сгорит, как еврей. Да. Так ему и надо. Давай еще его поджигай, а я это сниму красиво. Давай, куда уходишь? Сюда иди. Он говорит, чё, ты потушился? В траве? Не. Трава — это читерская штука. Не уйдёшь. Блин, он придурок, он ходит по огню. Короче, пофиг, он сам сгорит, пошли. Да. Так, погоди, поджигай. О, а у меня шпакел есть. Все, пошли отсюда. Так, ладно, надо как-то выбраться отсюда. Опа, куда это дырка ведет? Вот, видишь, так. Я поджег. О, иди сюда. О, эта дырка ведет под заправку. Да? Прикольно. О, вот. Ууу, да. Так, я думаю, мы разгромили это здание, да? Да, слушай. Изнутри все там сгорело. И думаю, уже можно, не знаю. Во, давай сопрем вот эту тачку. Какую тачку? Не, у нее нет топлива. Где тачки? Какие тачки? Да тут стоят. А, эти, которые... Не, вот та вот. Короче, там топливо. А, сейчас, погоди, сейчас приду. Ты за топливом пошел? Да, я за топливом. Так, давай сюда. Все, давай, смотри. Всё. Сюда топливо, сейчас давай. Сейчас у нас будет плюс одна тачка. Смотри, сейчас пока... Не эти, за мной. Давай. О, вот это. Вот это вот? Да. А, прикольная машинка. Давай. Ты, а я не могу сесть. Ты будешь вести или что? Да, я буду. Так. Фойл. Окей, давай. Все, погнали. Что-то она медленная какая-то, правда. Лол. Движок слабый. И куда ты поехал? Поехал куда? К нам. Давай, езжай. Ну, прям к амуниции вот тут ставлю машину. Давай. Оп. А где наш негр? Она во что-то въехала. Это что такое? Прикольно, слушай, это как тюнинг выглядит, реально. Лол. Это этот, блин. Блин, я забыл, воздухозаборник. Да, только что это на самом-то деле? Это наковальня вообще-то. Откуда она тут взялась? Лол. Не знаю. Прикол. Ладно. Так. Как там твой Бугатти поживает? Так, ну Бугатти нормас. А он, кстати, двухместный или одноместный? Не, одноместный. Ой, одноместный, да, как бы. Жаль. Оу, так. Так, Эмираль, ну что будем дальше делать? Заканчивать? Ну, я думаю, да, в принципе, довольно-таки уже приличное время снимаем. Хорошо. Ну, давай, садимся. Может быть, сегодня... Это наше привычное место обитания. Доедим сегодня перчатку нашу. А может быть, скормим его бомжу какого-нибудь? Ну, да. Или... Хотя, знаешь,
Даже мы не... Блин, мы хуже бомжи, у нас даже прописки нет, а мы не жрем эту перчатку. Короче, ладно. Ладно. Что ж, дорогие друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте комментарии, лайки, ждите новых серий летних приключений. Также не забывайте про лайки все-таки. И всем пока. Пока-пока. И чтобы вам на завтрак не давали вот такую вот перчатку.